На улице Мичурина в День знаний торжественно открыли второй корпус гимназии номер 56. На празднике в самой большой школе Краскова побывали мои коллеги. За процессом строительства, который продолжался 2 года, тщательно следило все Краскова. В здании разместились 44 учебных класса, просторные актовые и спортивные залы, столовая. Благодаря открытию этого корпуса в поселке полностью ликвидировано обучение во вторую смену. Настроение прекрасное у меня, у всей компании. Мы очень рады, что открываем сегодня эту школу. Мы одновременно сейчас открываем школу на нашем ЖК «Облака». И недавно открыли детский садик. А в следующем году мы приступаем к строительству, пристройке школы в нашем ЖК Новотамильно. Я очень рада, что она находится у нас тут, потому что мой дом совсем недалеко. Если раньше в старой школе мне далеко надо было ходить, и я чаще на машине ездила, то теперь я могу сама одна ходить. Теперь у нас есть новые возможности, и будем больше пятерок приносить домой маме. Пока школьники готовятся к праздничной линейке, в кабинетах последние приготовления к новому учебному году. Я выпустилась только из педагогического колледжа в этом году как раз-таки. И вот молодой специалист пришла в новую школу, первое место работы. Очень волнуюсь на самом деле, но думаю, все будет отлично. Поскольку школа новая, она очень хорошо располагает к получению новых знаний, к отличным отметкам. Учебный корпус «Спектр» в составе одного из сильнейших образовательных учреждений региона. Красковская 56-я гимназия занимает 10-е место в топ-100 лучших школ Подмосковья. Первый праздник в новом корпусе собрал людей, которые следили за его строительством и с нетерпением ждали открытия. Получилась очень красивая школа. Вы уже ее посмотрели, видели, ребята, ознакомились? Нравится школа? Желаю всем, конечно, учителям в первую очередь терпения, ребята, вам впитывать знания, получать их и становиться, ну если не абсолютными пятерочками, то абсолютно точно хорошистами. В добрый путь. А я как человек, который достаточно часто участвует в тех или иных строительных процессах, точно могу сказать, что это прям супер современное образовательное учреждение. А судя по тому, какое количество людей сегодня здесь и какой интересный педагогический состав, то здесь будет на самом деле очень здорово. Напутственные слова гимназистам и педагогическому коллективу от первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева, депутатов Мособлдумы, представителей духовенства. Генеральный директор компании-застройщика Сергей Патрикеев вручил директору 56-й гимназии Наталье Мартиросовой символический ключ. Мы уверены, что в нашем спектре каждый ребенок сможет раскрыть весь спектр своих талантов и возможностей. Каждый учитель сможет реализовать весь спектр своих самых фантастических творческих планов и надежд. И каждый родитель получит огромный спектр возможностей гордиться достижениями наших детей. И вот он, первый школьный звонок. Уже через несколько минут ученики займут места за партами. Какой у нас первый урок по понедельникам? Разговоры о важном. Конечно, молодцы, ничего не забыли. В поселке Красково появилась еще одна историческая дата – 2 сентября 2024 года. Долгожданная школа на улице Мичурина принимает 1100 детей. Богдан Колесников, Денис Доугольников, телеканал ЛРТ.